Здорово, короче, глянул тут. Слушай, в общем, пятница 13-я, 3. Прям ни один, ни пять там, да. Пятница 13-я, третья часть, блядь. 1980-й год, блядь. Нет, как бы 82-й. Ну и типа, что там вообще? В первую эту часть я видел давно. Там Кевина Бейкона проткнули молоденького, блядь, там что-то с стрелой на кровати, еще какая-то хуйня там что-то. И типа, ты, может, тоже смотрел, давно это, чуть ли не по телеку еще показывал. И все, а тут ничего ни хера никакого по телеку-то не показывали, блядь, и не покажут, видимо, потому что совсем пиздец, блядь. Ну и все. 82-го года, третья часть франшизы. Вторую я не видел вообще. И начинается эта вся хуета. Типа там, где, видимо, заканчивается вторая, как бы логично, железная логика, блядь, чистая логика. Ага. И типа баба какая-то бежит, блядь, видимо, на этом хрусталь, блядь, на хрустальном озере, блядь. Девка, видимо, там персонаж из второй, нами не виденной, никем не виденной, блядь, ну, там сами создатели, наверное, ее не смотрели, блядь. Типа второго этого фильма. За ней Джейсон, блядь, который главный их там маньяк, призрак, не призрак, ну вот хер знает, кто он вообще. Вообще просто тупо маньяк, причем вообще здесь пятница 13-я, блядь, хуй его знает, блядь, тоже непонятно, блядь. Все равно, что снять, я не знаю, про, блядь, фильм про чужих и назвать его там, я не знаю, какой-нибудь там, блядь, какой-нибудь там черный вторник, блядь, или там, блядь, каждую среду, нахуй, блядь, ну, женщина по средам даже, он, Вити Пронина, блядь, повесть Ворошиловский стрелок. Даже здесь, блядь, больше логики. Я говорю, там книгу надо читать просто и все такое. И баба эта бежит у Вурхиса, блядь, Джейсона, нахуй. Он за ней, вроде типа с мачете или с какой-то хуй знает еще чем, блядь, ладно, хоть не с бензопилой. У него на башке почему-то мешок, блядь. И так-то он одноглазый, как бы такой, не очень красивый, блядь, весь. И, блядь, мешок, нахуй, и дырка на глазу, блядь, и он так как-то бежит, такое ощущение, что у него, блядь, дырка-то прорезана на том глазу, которого, на том месте, где у него глаза-то нет, блядь, он нихуя не видит, такое ощущение, куда-то ебошит по лесу, блядь. А, то, да, ну тут у меня на второй телефон пошел звонок, нахер надо, отключил, подожди, а то собьюсь, блядь. Бежит он, нихуя, похоже, не видит, блядь, куда-то там ебошит. Машет этой хуетой и, блядь, и все так долго, не быстро. И тут думает уже, мешок-то, блядь, сними этот ебучий, блядь, все повеселее, блядь, станет-то все нахуй. Короче, пока он там, блядь, натыкался на все подряд, эта девонька забегает в какую-то хижину, а у него там типа алтарь, я думаю, значит, что это за говно, блядь. А это, блядь, в свитерочке. Мама Джейсона, блядь, там мумия или что-то ее, свитер, блядь, какой-то нахуй, блядь, засушенная голова, короче, привет, блядь, это, я говорю, психоз, блядь, привет Норману Бейтсу, блядь. И он типа там что-то молится в этой, блядь, знаешь, в будке, блядь, лесника, нахуй, блядь, видимо, ей. Ну и там рядом живет тут же, блядь, видимо, свободное от убийств, блядь, время, нахуй, ну. И, короче, эта девка, не будь дурой, надевает эту, блядь, хуйню, свитерок мамин, блядь, джейсоновский, и начинает косить, он врывается наконец-то, блядь, нащупал куда, блядь, зайти-то, забежать, блядь. Врывается, она такая, типа, блядь, под его мамашку косплеит, блядь, типа, что-то там, я тебе говорил, у них нехороший мальчик, что-то, ну, такую какую-то хуйню, я думаю, блядь, ёбни ты ей, блядь, уже давно, блядь. А он что-то, а, блядь, ушки подразвесил свои уродские, и она его что-то там, блядь, то ли она его мачете, то ли что-то она чем-то другим. Ну, короче, она, блядь, попыталась его пиздануть, блядь, видя, что он в замешательстве есть, блядь. И нихуя что-то у нее не получилось. Но в итоге там подбежал какой-то ее парень тоже тут же в эти, блядь. Ох уж эти случайные совпадения, блядь. Ну. И, короче, его со спины вроде наебнул. И в итоге, что вроде как бы он то ли, блядь, упал, и они сбежали, короче, они, блядь, сняли с него этот, блядь, мешок, и этот, ох, какой ты, сука, урод, блядь. Я думаю, ёб твою, ты, блядь, еще, сука, нашел, он, блядь, гитариста не видел, нахуй, блядь, там, да. Да и меня тоже, к примеру, блядь, вот, нахуй, где уродца, там, все. Ну, так, это шутка, конечно, но дальше смена вообще всех этих планов, все, то все, куда он опять делся, непонятно, они свалили, их там уже чуть ли там не в морг увозят, блядь, живых причем, нахуй. Менты, что там, ах, блядь, эти дети так натерпелись. Ну, короче, вроде типа во втором фильме, вот те, кто выжил во втором фильме, блядь, парень с девкой, конечно, все.
Совет да любовь, блядь. С детьми не затягивайте только. Ну и типа, показывают хоть какое-то начало-то оригинальщину вот этой уже части, блядь. Там какой-то, блядь, полуалкашинский, непонятно, деревенский, блядь, дубень, блядь. Короче, шарится что-то, блядь, по двору, сбивает какие-то там эти, блядь, пачкает, сука, белье ходит, блядь. Его эта баба, блядь, ты, сука, заебал, блядь, я тебя стираю нахуй на тебя. Ну, короче, его, блядь, костерит. Женушка типичная, блядь, уже они там живут в каком-то трейлере непонятном, или в дом это у них какой-то, как, блядь, сука, трейлер выглядит, не знаю. Ну, короче, вот рядом и магазин, видимо, блядь, знаешь, при магазине живут, блядь. Там, не знаю, хостовары, блядь, какие-то продуктики, все вместе такой. Магазин для, блядь, для тех, кто едет мимо, короче. Тоже рядом, видимо, с этим, блядь, Хрустальным озером. Или где там это все, блядь, уже вот сейчас происходит тоже. Ну, по идее, это там где бы ни происходило, все с Хрустального озера должно начинаться. Все туда же должно уйти, блядь. И Джейсон, видимо, что-то там немножко все-таки выжив опять в очередной раз, отлежался и, блядь, поскребывается по этой, блядь, округе нахуй. Ходит, блядь. Это там смотрит какую-то хуйню по телеку, баба, блядь. Мужик пошел там какой-то, блядь. Ну, там какой-то кролик, блядь, залез нахуй, блядь, каким-то образом в магазин пролез, блядь. Тут ходит, все жрет, блядь, пьет, тут же это продает потом, блядь. Такой нерадивый продавец, блядь, ночной нахуй. И типа, ну, кролика пошел что-то там садить, блядь, куда-то. Типа, в себе в загон. Там какая-то, блядь, то ли на него змея выпрыгнула, то ли еще какая-то хуйня непонятная, блядь, что-то там такое. Он побежал, блядь, и обосрался, побежал мимо своей женушки, блядь, то все там побежал, показывает, он срет сидит уже. Уж извини, да. И что-то, и хуяк с вроде, немножко делов-то не доделав, блядь. Кто-то там шебуршится, блядь. Джейсон к нему, короче, блядь, как-то пролез в этот сральник, в будку, блядь. Ну и в итоге он его, короче, конечно, убивает, блядь. Потом эта баба, блядь, жена вот этого вот свежеубиенного. Джейсон, конечно, убивает там ее, типа. Ну и вот такая, типа, закваска. И, блядь, и что он, и что я думаю, что он, блядь, не знаю, обоснуется в этом магазине, блядь, еще что-то. Ну, типа, нихуя, блядь. Там, короче, нас знакомят дальше, блядь, с молодежью. Они там приезжают забирать какую-то свою девку, там, ну, парни, девки, опять все, единственное, конечно, что, как бы, что и должно присутствовать в таких фильмах, блядь, да и во всех пятницах 13-е, я говорю, молодежная компания, блядь, на ебля, блядь, развлекаловка, нахуй, и бухло, блядь, на уме только, и все, типичные нормальные студенты, блядь, ну, или там постарше они примерно, ну, я говорю, такие, как бы, не то, что уже мы с тобой-то старичок, конечно. Ну и вот, и они там что-то хуякс, типа, ля там, девку какую-то свою эту забирают, там что-то, мамочка ее там не пускает, там они что-то там, блядь, матерятся друг на друга по-испански, блядь, что-то такое. Смотри, хуякс, машина дымится, они такие все туда, я думаю, что там, блядь, такое, нахуй, все. Сейчас сразу начнется, блядь, мертвецы, трупы, блядь. Нет, нихуя там сидят, блядь, чич и не чич, блядь, это хипари, блядь. Я думал, два хипаря там, их в дыму, нахуй, на раскумаренные, блядь, все там. Оказывается, нет, такие тоже пары, мужик, блядь, с бабой, как бы, ну, типа, пара, ну, они, блядь, все по накурке, нахуй, спецы, блядь. Ну, и все. Типа, смех, юмор, типа, ага. Дальше они едут, тоже покуривают все, блядь, и менты за ними слышат, блядь, менты, нахуй, ага, на обед едут, блядь, с мигалками, нахуй, блядь, спешат, нахуй, блядь, ну, мусора. Они, блядь, давай, что делать, куда-то это, блядь, давай жрать эту траву, блядь. Все, сука, всю ганджу, блядь, нахуй, сожрали, блядь, это все. Менты, конечно, мимо них, блядь, проехали, потому что они на вызов едут вот к этой семейной убиенной паре, блядь, только что там, да. Эти все, блядь, студентики проезжают, мимо этого все видят, как бы их все устраивает, ну, убили каких-то деревенщин какой-то там, а хуй там, блядь, что. Едут дальше, смотрят, блядь, мужик какой-то бомжара валяется прямо на дороге, блядь. Они его что-то вроде типа ха, поднимать, типа. Как больше, вот это как бревно-то тут, блядь, нам проехать надо, а он такой что-то там, хоп, и у него глаз в руке какой-то чей-то там, якобы, блядь, вроде как, блядь. Я нихуя я не понял, что это там такое, блядь. Хотя там Том Савини вроде был, блядь, по спецэффектам и особому гриму, ну, блядь, что-то у них, видать, не знаю, там, блядь, на все хватило, на, блядь, нормальный какой-то человеческий глаз, блядь, он как-то, блядь, больше похож был, я не знаю, на хуй знает что, блядь, короче.
Ну, он типа, они все, блядь, а он такой, что-то, я вас предупредил. Ну, короче, какая-то хуйня, блядь, непонятно, что. Они все равно, не, блядь, предупреждены, значит, не вооружены, нихуя они, блядь, не вооружены, ничего это не подействовало на них, они, блядь, попиздовали дальше. Приезжают, там их кто-то встречает, какой-то этот, блядь, местный егерь, я уж не знаю, кто он. Ну, короче, они приехали, типа, знаешь, типа на дачу, блядь. Такую с амбаром, блядь, в такой в загородный дом, блядь, какому-то типа парню своему, блядь, местному тоже дружку, блядь, как бы. Или типа, ну, знакомому, не знаю, там, одна баба с ним что-то вроде там шуры-муры, а все остальные так, что вроде, блядь, это твои друзья, блядь, не знаю, а? И все они дебилы, блядь. Ну, такая, короче, хрень. Там, и вот, там еще есть парень такой, типа, блядь, он такой, я актер, блядь, он такой некрасивый, но актер, блядь, такой, блядь. Пухлый, нахуй, блядь, и кудрявенький, и он все их, блядь, разыгрывает, нахуй, там, что его там, блядь, то, блядь, убили его, то еще что-то, то он, блядь, себе какую-нибудь хуйню прикрепит, типа, топором, блядь, в бошку, нахуй, вывалится из шкафа такой, блядь, весь, нахуй, весь стендапер такой, блядь, и, блядь, ну, сетап, панчлайн, веселуха, блядь, все, да ты дурак, что ли, блядь, охуел, блядь, совсем, блядь, ну и все. Ну вот, он немножко угомонившись, напрашивается с бабой в город, какой-то там соседний, естественно, ну как в город, в смысле, ну в местный магазин, блядь, тоже, в местное сельпо поехать, блядь, на машинке, блядь, запар горбатый, блядь, их аналог там, ну то ли он, блядь, Volkswagen жил, это, ну такая хуета, ну короче, блядь, вот этот, можно сказать, запорожец наш обычный, блядь, стародавнишний, блядь, они на нем припиздовали, у них там, и их чуть не это, не отпиздили там, блядь. И на карточку не опустили, блядь, нахуй, как хотел да, в свое время, блядь, у нас в России. Но... И какая-то банда, блядь, какой-то нахуй Али, блядь, только разве что не мухами, тут нигер, там какая-то баба, блядь, полунигерша, и белые, блядь, и они какие-то местные гопники, нахуй, блядь, байкеры, блядь. Ну и вот у них там конфликт, блядь, легонький такой на дороге, блядь. Байкер разъебал им, блядь, стеклышки слегка так, чуть-чуть, блядь. А они им, блядь, типа, ну, по мотоциклам их, блядь, нахуй, покатались немножко на этом запаре и свалили. И он такой, блядь, нет, сука, я вас, блядь, я тебя высоплю, блядь. Ну, такой тоже есть, блядь. По понятиям там и все такое. Ну, короче, они прихуяривают все. Машина разбита вроде, ну, похуй, блядь. Отремонтируешь, все, дали ему там что-то денег этому, блядь, завхозу-то, блядь, парню. Тот как бы, ладно, похер. И куда-то все подрассосались, блядь. То тут поебываться, то там. Ну, обычная херня, блядь. Этот на рыбалку, те сюда, блядь. Те на сеновал, ну. А, и вот. Я все сижу, смотрю, блядь, уже минут там 30-40 фильма. И, блядь, убийства-то будут хоть какие-то, блядь. Это пятница 13-я или, блядь, я не знаю, дом 2 какой-то, блядь. Че я смотрю-то, еб твою мать? Ну, похер. Джейсон где-то якобы там тоже, блядь, пол уходит. А суть такая дальше в чем, что, блядь, прихуяривают эти вот, блядь, бундюки-то, блядь, трое из ларца, блядь, нахуй, блядь, ну. И пытаются что-то там, я думаю, сначала бензу спиздить, слить, блядь, из фургона-то их этого, блядь, хипарёвского, студенческого, блядь. Оказывается, они это, блядь, сольют и пойдут поджигать, блядь, там, нахуй, все вокруг, блядь, вроде. И никто не пострадает, все это, ну, мы им отомчим, блядь. Там, ну, вот хуй его знает, блядь, ну, не так нормально, разъебали, где там проехали, блядь, уронили мотоцикл, ты разъебал их, блядь, там, я не знаю, пол машины, блядь, там, машину, там, блядь, не знаю, можно, ботинок Шварценеггера, он больше, блядь, шутка из неудержимых-то, блядь, чем эта машина, блядь. Короче, похуй, эти упертые Али-Нигер этот, блядь, и все такое. Ну, короче, а белые с бабой идут, типа, сначала она полезла что-то там, повыебываться, блядь, насиновали. И все. А, и вот, забыл сказать, все это в 3D в 82-м выпускалось. И там дохуя таких каких-то, знаешь, там, тебе, блядь, въебло, нахуй, суют, блядь, вот этих 3D, блядь, эффектов. То, блядь, какой-то там, нахуй, ее, блядь. То они яблоки подкидывают, то попкорн тебе прям в рожу летит, блядь. Вот такие моменты, блядь. То вилами, блядь, в глаза, нахуй, тычут, блядь. Вот там очень много это есть, блядь, такой хуйни. Ну и все. Это, блядь, гопница. Нарывается в итоге на Джейсона, блядь. И он у нее вилами прихуяривает, блядь, к несущей балке там куда-то, блядь, в амбаре. Второй этот пидор, блядь, тоже белый, который, блядь, байкерок, блядь, влазит. Его, естественно, протыкает тоже, блядь, вилами Джейсон, блядь, уже запасными, блядь, вилами. И потом, конечно, блядь, эти подельнички не возвращаются, блядь. Нигер Али, блядь, главарь этой хуеты, блядь.
к амбару тоже идет. И хуякс натыкается на Джейсона, тот его вроде как то ли, блядь, пиздит, то ли не пиздит. Ну, короче, и вроде, возможно, убивает, но вроде что-то не показано. Я думаю, ну, блядь, ружье повесили опять, должно выстрелить когда-то, типа, блядь, конечно. Так и вот, и он там вроде все, что сумел сделать в этом амбаре, то и сделал, блядь. Все, что здесь есть, все это есть, стиль вупле, блядь. Джейсон, в смысле. Дальше какие-то там сложные, блядь. Опять взаимоотношения вот этой, блядь, барышни, которая как бы вроде полуглавная героиня, блядь. Они прихуяривают на этом расхуяренном запорожце куда-то в лес, блядь. Та ему рассказывает с этим, блядь, егерем, завхозом, блядь, лесником, блядь, рассказывает ему, блядь, душещипательную историю, как она там когда-то там, блядь, наткнулась на этого, блядь, как выясняется, Джейсона, блядь. Что-то такое посреди леса, то ли он ее там трахнул, то ли нет, блядь, что-то. Короче, вот, блядь, зачем эта Санта-Барбара была, тоже немножко непонятно. Блядь. Потом бы еще выяснилось, что они, блядь, брат и сестра, блядь, нахуй, как он в последнем этом, Техасская резня бензопилой, это в новом, блядь, что вообще, нахуй, индийское кино, блядь, нахуй, устроили. Блядь. Ну вот. У них, естественно, блядь, он батарейки не зарядил, не зарядил, блядь, нахуй, ну, это, блядь, аккумулятор, нахуй, блядь, в машине-то что-то там, блядь, и батарейки у него сели, нахуй, они, блядь, попиздавали пешком, блядь, через ночь, через лес, блядь, куда-то там. А убийства все никак нет. Я и смотрю, что там, блядь, происходит, эти в гамаке там поебываются парочка там тоже, блядь, один на руках он все ходит, блядь, девка такая, как бы, и парень, блядь, такой полу, блядь, качок, акробат такой, он все, блядь, такой фанат хождения, блядь, на руках, нахуй, все, блядь, как люди, а он на руках, блядь, ну, вот так вот. Эти тут тоже разошлись, типа, блядь, кто куда, Хипарита, типа, да, двое, так говорю, они такие самые возрастные, где-то там лет за 30 или около того, видишь, что-то там. Тоже что-то пошли там попкорн делать, блядь, и свет вырубился. И ничего не происходит, как бы, все что-то ходят, друг друга вроде попугивают, когда что начнется там, блядь. В итоге вроде начинается, где-то к часу уже, блядь, прошедшего времени фильма, блядь. Вот эту бабу, которая испанская, это, блядь, на мать орала. Не ори на мать. Даже по-испански, блядь. В начале фильма. К ней все клинья-то подбивал этот, блядь, пухлый, блядь, актерчик, блядь, кудрявый. Он там то маску наденет, то жопу ей покажет, то еще что. Ну, короче, ну нихуя она что-то. Хоп, и, блядь, на пристани. И сидит дальше тут на это, блядь, на бережку, как бы. И такая хуякс, и, блядь, он что-то ушел. Маска хоккейная у него там, ля-ля-ля, типа. И ружье для подводного, блядь, охоты, плавания, нахуй. Подводников гасить, блядь. Так и вот, она сидит, что-то там, блядь, на пристани, и с его, блядь, кошельком. Так ты, блядь, что, прошел уже день, уже ночь, блядь, нахуй. Ты, блядь, он, что, ему было похуй. То есть, он, блядь, чуть не спиздили, там, блядь, гопники, кошелек, блядь, нахуй. Косылек, какой косылек, блядь? Ну, потом эта баба с ним ходит, блядь, он уже все, как бы, ты ему верни ее, блядь, что ли, или выложи. Она, блядь, попизякалась весь день с этим кошельком его, и что-то тут решила посмотреть, и, блядь, знаешь, махала, и мы, блядь, и он у нее, блядь, выпал в воду, блядь. Она полезла за ним в воду там, на берег, блядь, что-то там это, блядь, с камня там, блядь, сняла туфельки свои, блядь, полезла в воду вроде, и показывают по пристани, наконец-то идет Джейсон, блядь. С ружом уже нормально, в маске, все канонически, как бы почти образ, блядь. И она что-то, типа, это ты, блядь, который, типа, Шелли или кто он там, типа, это ты, блядь, что ли, опять меня пугаешь, потом вроде хоть смотрит, какой там, нахуй, там такой, блядь, детина, нахуй, по 2 метра, блядь, какой это, вот этот, блядь, Шелли, нахуй. И она что-то вроде, типа, хопа. И вот, и 3D наконец-то, и пока, и Джейсон, как бы, блядь, так, как-то так, знаешь, из-за, блядь, из-за фонаря, там, из-за столба-то как-то. Хопа, блядь! И пш, показывают прям ровно в камеру, нахуй, блядь. И бф, что ей в глаз прямо этим, блядь, сука, блядь, стрелой-то из этого ружья-то подобного, блядь, и она бах, и, блядь, и все, мертвая. То есть, ну, вот здесь 3D, конечно, сработало нормально, четко, и, блядь, вот эти спецэффекты Томаса Винерские, блядь, все, блядь, классно так сделал, все прям правдоподобно, никакой ни компьютерной графики, нихуя, все, блядь, прям, знаешь, все сами на лесках, блядь, красиво. Ну, 82-й год, херали. Потом к этим, блядь, перемещается событие. Эти все по лесу где-то идут, блядь. Перемещается событие тем, которые, блядь, парочка из гамака, блядь. Назовем их так. Они в доме. Они, блядь, понатрахавшись, блядь.
Это пошла мыться, этот пошел на руках за пивом, блядь, все. И они там что-то нагнетают. И, блядь, в итоге чем закончилось? Этот шел, блядь, на руках, наткнулся на Джейсона, тот его разрубил от яиц, блядь, нахуй, до, блядь, до грудины, блядь, короче, ну. И типа, ну, как вверх ногами, блядь. И это, под душем сиськами посверкав, все, пошла что-то это, легла на гамак и что-то смотрит там, журнальчик взяла, там, Годзилла какой-то, то все, что-то там, да, блядь, что-то, ну, так это, блядь, журнал фантастики, альманах фантастики, нахуй, блядь, как не надо делать, блядь, видимо. И смотрит, что-то кровь-то капает откуда-то, блядь, она, а, что, смотрит, и она в верхней балке, там этот ее паренек свернутый, блядь, в четверо, нахуй, блядь, как спальник, блядь, и кровью капает, нахуй, и Джейсон ее, бац, снизу из-под гамака. Я говорю, в лучших традициях первой части там тоже ляжешь на кровать, а тебя снизу нахуй хуякс там, блядь, через кровать, блядь, ножом, блядь. И он это вот своим мачете, блядь, ёбнул, блядь, и все. Потом пошел, отхуярил, блядь, хипарей в темноте. Как-то там, я уж не помню, не очень запоминающая сцена. Ну, короче, убил он их тоже, блядь. Там в другом сарае. И этого парня, который, блядь, все подшучивал, так как было. Потому что, говорю, мальчик, который кричал волки, блядь. Тот тоже всех, блядь, пугал-пугал, потом его, блядь, Джейсон перерезал, видимо, глотку-то, блядь, что-то такое. И он, блядь, полу уже умирающий к этой бабе-то, блядь, которая хипарёвская жёнушка-то, блядь. Типа, хоп, завалился такой в сарай-то. Она, ой, слушай, ты, блядь, меня, слушай, заебал, блядь, с этими, блядь, розыгрышами веселыми, нахуй, и нахуй, блядь. А он, а, я умираю, блядь, и типа, и помер, блядь. Она вроде, а, он сдох, блядь. Ну и типа побежала, ну и наткнулась на Джейсона, тут я тоже там как-то, блядь, кочергой, что ли, блядь, ну, поднакалил в камине и, блядь, бах, и типа все. Красная жара, блядь, ну, литейный, ты, блядь, если работаешь литейным, ты привык к жаре. Ну и эти вернулись, наконец-то, как бы, главная героиня, и, блядь, ее этот, блядь, полу-недоебарь, блядь, грубо говоря. Хахаль, блядь, ей, лесник, блядь, смотрит. Все тихо, в хозяйстве тихо, ночь, блядь, тихо, ничто не шелохнется, блядь. Где все, где чё, где разврат, где, блядь, не знаю, где Бухалова, где Музло, блядь. Ничего нигде не происходит, блядь. Знаешь, типа, они, ну чё, света нет, и, блядь, и не топят, ага. И как бы, ну и вот пошли смотреть-то на всё вокруг, чё тут, блядь, происходит-то. А в итоге-то хуякс этого парня, блядь, я уж ничего-то не помню даже как, блядь. Блядь, полупьяный ночью под водой смотрел, блядь, конечно. И, короче, этот парень такой как-то, короче, тоже натыкается. А, и они натыкаются на Джейсона, куда-то от него, блядь, щемятся. Этого парня он как-то гасит, короче. Расхуяривает там, блядь, стекло на какой-то веранде, блядь, влезает, блядь, через него. Эта баба бежит в амбар, блядь. Он за ней. Он в маске в хоккейной показывает, блядь, нахуй, себя-то без маски, блядь. Он так, а, так это ты, блядь, ты меня там, блядь, в лесу там что-то там, ага. То ли надругался, то ли нет, блядь, она ничего и не помнит, у него, блядь, ничего и не стоит еще, может, блядь. Ну, короче, хуй знает, что, блядь, с чего он это взяла еще. Он просто убивает людей, блядь, хер-то ему нужна, блядь. Ну и, короче, она его сначала как бы вешает на веревках-то для поднятия, блядь, тюков сена-то, блядь, этих, да. Ну, вроде он, естественно, повисев, немножко отдышавшись, блядь, умирать-то не собирается, отвязался, она там, блядь, дальше из этого амбара-то только открыла, он уже там, блядь, стоит, нахуй, висит, стоит, блядь, отвязался, и рожу показал, что здорово, давно не виделись, блядь, она вся, а, в шоке, блядь, уже тут иду, ну, все, сейчас он ее, блядь, ухуёт, блядь. И, конечно, нет, блядь, этот, блядь, отпизженный гопник не Герали этот, блядь, проспавшись, блядь, в итоге-то, блядь, весь день, он тут хопа такой, блядь, выскочил нахуй, блядь. И на него, блядь, на Джейсона что-то там, блядь. И тот ему, конечно, руку отрубает сразу, блядь. Потом, блядь, и начинает все-таки доделывать то, что он не доделал, блядь, еще днем, нахуй, блядь. И эта баба вроде как бы топорик где-то там обнаруживает. Тут же вот, блядь, удобненько лежащий. И Джейсон, когда поворачивается, она его бац, и, блядь, и прям через маску, типа, в череп, блядь. И я думаю, ну чё он, блядь, не знаю, ну отлежится с головой, блядь, с топором в голове, там, блядь, да и чё, проспится, да дальше потом пойдёт, блядь, куда он денется, он так чуть ли не мёртвый уже, блядь, там, со скольких 10 лет, блядь.
утопленник, блядь, или типа того, но... Но она как-то его, короче, вроде мертвого тут оставляет. И потом показывает, что вроде куда-то, блядь, съебавшись, чтобы в доме-то не оставаться, завести она не может, там бензина нет, тут нет, там машин. То есть свалить она может только, на, блядь, на лодке, на байдарке, блядь, на каноэ. И как бы вроде не может, блядь, потому что она что-то там тоже провалялась уже, типа показывает утро, все солнечно, она на этом каком-то, блядь, на при, ну, приток или там вообще какая-то часть озера или, блядь, река, вот что-то такое, потом озеро начинается, ну, вот она, блядь, там, и смотрит Джейсон там вроде хопа, и, блядь, то ли у него это глюки уже начались, то ли что, потому что он где-то в доме уже и без маски, блядь, такой. Хотя я-то точно помню, что он нормально спит себе, блядь, в амбаре, блядь, в этом лежит, блядь, нахуй. С топором в башке, блядь, и с маской, блядь, на лице. Ну и вот, и он такой что-то вроде ха-ха-ха, и сейчас за ней. Она, блядь, пытается, блядь, на весла, блядь, нажать, нахуй, нихуя. И, блядь, попадает в эти, блядь, короче, какие-то там, блядь, нападали, блядь, деревья, нахуй, блядь, на воде. Ну, короче, в заслонку, сука, бобры настроили, блядь, она не может эту хуйню, блядь, никак, блядь. И что-то пиздякается, блядь, преодолеть-то это все, блядь. Не как в фильме же «Анаконда» взять, блядь, это там, блядь, динамитом и взорвать, блядь. Тут-то нихуя, блядь, три бревна, блядь, она их, блядь, никуда ни, мимо них, блядь, ни по ним, ни мимо них, ни, блядь, никуда не денешься. И вроде Джейсон-то что-то только подбегает, и куда хуякс, он исчез, блядь. Типа с пристани вообще, блядь, с берега-то, блядь. И как в первой части в конце, только, блядь, тут уже не сам Джейсон, блядь, как бы мальчик, блядь. Вот это, блядь, да, на последний выживший в лодочке, блядь. А мамочка Джейсона уже тоже как бы трупом из-под воды хуякс и что-то, и ее, блядь, типа, эту бабу утягивает. И все, там затемнение, и потом показывают менты уже все такие, утомленные мусора, местные шерифы, блядь, со своим, шериф со своим помощником там что-то. И ее, блядь, в каком-то невменяемом состоянии, блядь, она, смотрю, она вроде сухая, ничего нету, то есть все это и показалось, блядь, что она чеканулась там, блядь, окончательно, нахуй, блядь. От этого всего пережитого. Ну, я не говорю, а, ну, блядь, вот, видишь, увидели, ну, как бы, увидели, приехали, что тут, и говорят, ну, понятно, такое, блядь, такой, сука, стресс-то пережить, блядь. И как бы, понятно, ёбнулась, блядь, и давай в дурдом, блядь, поебать. И она, ха-ха-ха, блядь, что-то, ху-ху-ху, то, блядь, ага, то плачет, то смеется, короче, блядь. Ну, и все, они её посадили там, и она, блядь, полухохочущая, блядь, и поехала в дурдом долечиваться, блядь. И как бы, и камера-то хуякс, типа, все 3D везде, все нормально, блядь. И как бы показывают, не знаю, типа Джейсон, типа дальше спит и все, блядь, и нихуя, то есть никаких этих, блядь, все это глюки были, что он там бегал без маски уже потом, сейчас, блядь, вот, на реке-то, блядь, типа, что мамочка эта вот вся ее, блядь, мертвая, нихуя, это все так, блядь, психическое, нахуй, стало и все, блядь. А он нормально себе, блядь, проспится и там в четвертой части, блядь, оживет опять, и как бы. Ну и все, вот такой какой-то, блядь, фильмец своеобразный, короче. И поглядел, в принципе, где-то местами нормально, где-то, в принципе, блядь, какой-то полудом 2. Но посмотреть, как их там гасят, знаешь, как, блядь, мечта, блядь, всех, блядь, хейтеров дома 2, посмотреть какой-нибудь аналог, где, блядь, их всех убивают. Ну, посмотреть ради этого как бы можно вроде. Ну, короче, ладно, все тогда, давай. Если что, созвонимся, покеда.